Стал известен обладатель Нобелевской премии по экономике. Ее получил Ричард Талер из Университета Чикаго за вклад в понимание психологии экономики. Как правило, при составлении прогнозов экономисты исходят из того, что компании либо финансовые организации действуют рационально. Талер, в свою очередь, объединил экономическую теорию с психологией и ввел в свою модель расчетов поправку на человеческий фактор. Премия по экономике является самой престижной наградой в этой области, однако формально не является Нобелевской. Она была учреждена Госбанком Швеции в честь своего 300-летия и официально называется «Премия памяти Альфреда Нобеля».